течение суток. Сегодня у меня на обзоре вот такая композиция, статуэтка от Роял Далтона. Кстати, если кому-то интересен Роял Далтон, у меня есть коллекция статуэток, часть первая и часть вторая. Я набираю эти статуэтки. Ну вот, что касается данного экземпляра, как вы видите, там указан номер, ограниченной серии выпуск, всего в 2500 экземпляров. Называется она «Руперт возвращается домой». Вот здесь история про него, это как бы сертификат. Фирменная коробка тоже с изображением. Роял Далтон. Да, история вот создания этого мишки. Там 1930-е года. Можете прочитать. Если кому интересно, паузу остановить, посмотреть. Так что это известный детский персонаж. Ну вот, я решил его для себя, для своей коллекции приобрести. Прежде всего, он, знаете, поднимает настроение. На него посмотришь, на этих героев, на Мишку, на его друзей. И становится на душе, так знаете, в какое-то окунулся детство. Если вот видите, показываю я вам статуэтки от Роял Далтона, вам интересны, это часть из коллекции, то смотрите на моем канале, там есть что посмотреть. Что же касается данного героя, то он создан в 2003 году, и даже несмотря на это, все-таки там потом покажу вам клеймо. Видимо, он, вот эта бирочка, видите, какая даже фирменная, на нем висит. Возможно, он китайского изготовления. Но даже несмотря на это, я его приобрел, потому что брендово, там клеймо такое, как вот у меня на тех винтажных старинных статуэтках, такого нет. Она уже более такое современное и, возможно, как я говорю, китайское. Но такая красота, исполнение, размер, герой, цвет. Вы посмотрите, сейчас все я вам покажу. Вот на такой не ракушке, посмотрите какой. Ну, это зелененький человечек в юбочке, там мальчик там с будет мальчик-русалка, какой там шарф, какие брюки. Ну, посмотрите, в клетку, задница такая у Мишки. Ну, посмотрите, какие лица. Ну, добрейшие просто человечки такие, да. На ракушечке рыбу у них там на веревочке там оседлали ее и едут по волнам, видите, по морям, по волнам, несмотря на волны, там может какой-то штормы, вот они путешествуют. Я даже не видел этот мультфильм, хочу посмотрю, наверное, наверняка, может быть, даже эту серию, да, будет время, обязательно посмотрю, познакомлюсь с этим героем. Я его особенно знать не знал, просто увидел, получилась возможность, конечно, взял. Посмотрите, какой мальчик, да? Ну, неужто это девочка? Это, по-моему, мальчик. Ну, посмотрите, какая мордашка у Мишки, да? Бесподобен. Глазки такой добрый, незатейливый. Что одежда такой? Свитерок у него простой, шарфик у него под брючки. Вот присмотритесь к деталям, бесподобно. Ракушка роза, посмотрите, какая рыба там. Рыба-кит, помните, по-моему, у нас Барон Мюнхгаузен в мультфильмах в детских, во времена моего детства, путешествовал тоже там, китла какого-то оседлал, и куда-то они там с ним ехали, путешествовали. Сначала кит его вроде проглотил, Барон Мюнхгаузена. Но это я уже отвлекся, вот я, кстати, просто на клеймо посмотрите. Вот. Вот так, само вот, видите, какое исполнение. Я думаю, сделан со вкусом, достаточно стильно, хорошо очень исполнено. Вот, рыба какая, посмотрите, в такие цвета. Ну, просто, вот я не знаю, чуть ли не хочется в нее самому взять и поиграть. Мне кажется, если ребенку дать такую, он будет с ней просто играть и обязательно ее расколет, потому что заиграется, увлечется. Герой, ну, просто душевные. Если у кого-то есть больше информации по данным типам статуэток, пожалуйста, оставляйте, подсказывайте, рассказывайте. Посмотрите еще раз на рыбу. Пока я буду говорить, вы внимание обращайте. После видео, как обычно, у меня будут еще фото. Вот, как обычно, у меня, я стараюсь на канале, потому что я занимаюсь предметами винтажа, декора, антиквариата, поработаю по всем направлениям, поэтому, я думаю, ассортимент у нас широкий, а будет еще больше, и я надеюсь, будет вам что рассказать. Ну а на сегодня по видео спасибо вам
за просмотр, спасибо, естественно, за лайки, подписывайтесь, и вы будете следить за новинками. До новых встреч, естественно, не болейте. Ну и смотрим после видео фотографии. Скоро новое видео. Еще раз вам всего доброго и будьте на позитиве, как эти герои. Just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin. And